9-летний Ярослав Назаров из Казани, шахматист с 2-летним стажем, участвует во всероссийском юношеском турнире по шахматам не впервые. Уже имеет первые победы и достижения. Сначала я играл с мамой и папой, потом пришел в школу в Казани, в школу Нижмединова. У меня учитель Андрей Васильевич. Теперь он и его сверстники вновь проверяют свои силы. Турнир «Большая кама» проводится в 16 раз. В нем принимают участие более 150 спортсменов в возрасте от 9 до 17 лет из Казани, Ижевска, Набережных Челнов, Альметьевска, Чистополя. Всех объединила игра в шахматы. Она самая умная игра. Там интересно играть, не знаешь, кто выиграет. Может измениться позиция как-нибудь. Данный турнир проводится за счет средств Федерации шахмат Республики, спонсоров и родителей. Продлится он до конца недели. Победители ждут денежные призы и подарки. Эти турниры помогают совершенствоваться детям, воспитывать их характер, в первую очередь. Особенно младшим. Они на этом примере учатся. И тренерам легче работать на этом материале. Потому что шахматы – это единственный вид спорта, который можно зафиксировать не на пленке, а на бумаге. То есть записывать. Но психологию, конечно, надо смотреть тренер, как ребенок это ведет в критических позициях или прочее.